понедельник, 15 июня, мэр Магадана Юрий Гришан проведет очередную прямую линию. Горожане смогут задать вопрос главе города по телефону 62 50 65 с 14 до 17.00. Прямая линия работает по понедельникам, средам и пятницам. В ее рамках на вопросы магаданцев отвечают глава областного центра, его заместители, а также руководители городских департаментов, управлений, отделов. Также можно записаться на прием по личным вопросам градоначальнику по телефону 62 71 54. График публикуется на сайте мэрии magadangorod.ru и в газете «Вечерний Магадан».